как бы официально заявляются, что они. И я там пытаюсь с ними разговаривать, они вообще не разговаривают. Помните, когда Токинг... Помните? Вот это то же самое. И я такой пытаюсь... Один мужчина шьет тапки для балерин. Ему там хрен тучи лет. Он живет с мамой. И она в соседней комнате. И он только шьет тапки. Ему уже хрен знает больше 50 лет. И он такой, как Токинг. Вот это вся история. Я такой думаю, так, это уже... У них раздвоение личности происходит? Нет. Они, оказывается, когда я начал сканировать всех шизофренов, которые я видел в своем доступе, я вдруг выяснил, что шизофрения, оказывается, это социальная болезнь на из-за того, что существует социум. Вот социум как человек. Вот, вот человек, например, кто-то, да, он привык постоянно, как енот, в воде там что-то шуроваться, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? Или тушканчик, который каждое, вот, как только день наступает, он сразу в норку и там спит до ночи. А только ночью... Шизофреники для чего нужны? Оказывается, шизофрения – это социальная, ну, как бы это не болезнь. Это абсурдно думать, что это может быть болезнь, если общество хочет все посчитать по... цифрам и все сказать, что вот у нас так, значит, это роботы полностью. Это роботы общества, у которых вот так и все. Именно поэтому она не вошла никуда. Понятие этого общества, понимаешь? Поэтому никто не мог понять, что... Но она вошла в болезни, в перечень болезней. Никто не мог понять, почему... Отклонение от нормы. Оказывается, это, когда человек такой раз и говорит, а я по вашим правилам не буду играть. Представляешь, Токинг, когда мы с ним были, он был нормальный, я помню, это же был тот год, когда Мандрагора съел Мандрагору, помнишь? Это же тогда Токинг сошел с ума, вспомни, Филя! Тише, это же в этот год и было! Соседи могут услышать. Неважно. Потише. Так вот, я к чему это говорю? Что это и есть человек взял и сказал, я по вашим правилам не буду играть, по вашим социуме. То есть, вот в вашем социуме, помнишь, ты говорил, что в Германии все пукают? Помнишь, ты говорил? Помнишь, ты говорил, что в Германии все пукают? Помнишь, ты говорил? Помнишь, ты говорил, что в Германии все пукают? Помнишь, ты говорил? Помнишь, ты говорил, что в Германии все пукают? Помнишь, ты говорил? Помнишь, ты говорил, что в Германии все пукают? Помнишь, ты говорил?